Друзья, привет! Сегодня готовим красивенный и вкуснейший десерт тирамису, для которого мы заварим кофе для начала, чтобы он остывал. Остудим хорошенько в холодильнике сыр маскарпоне и сливки 33%, сахарную пудру подготовим и палочки савоярди. Это сухое бисквитное печенье. Все, сливки 500 мл, 250 грамм сыра маскарпоне. И сахарная пудра, и пару ложек сахара еще добавила. Рецепт будет в описании. Расслабляйтесь, смотрите, наслаждайтесь видео. Рецепт почитайте, не напрягайтесь по этому поводу. Друзья, расслабиться не получилось, все заляпалось, потому что сливки же жидкие. Начинайте на слабенькой скорости, пока они чуть загустеют, а потом уже будете на высоких оборотах несколько минут взбивать, чтобы такая густая масса получилась. Хороший крем, как масляный практически. Подготовили формочку, вот одна глубокая, в ней в два слоя печенья будет. А вот пониже и поменьше в ней в один слой, то есть на донышке будет печенье, ну, когда мы кофе израсходуем, а сверху побольше крема и, возможно, ягоды добавим. То есть два варианта сделаем. Обмакиваем каждую печенюшку буквально на секунду в кофе и выкладываем. Первый слой у меня в сплошную. Затем крем и следующий уже пореже печенье, чтобы не одно тесто было, а больше кремовый это десерт. Так, готово. Теперь следующий слой. Именно вот эту порцию у нас будут кушать детки, ну как дети, подростки, 12 лет. Я для них кофе сильно-сильно разбавила кипяченой водой. На чай готовили, чтобы получилось им не настолько крепкие. И все. Обваляла быстро раз-раз с двух сторон и сюда выложила. И так остальные. Итак, одна порция готова. Будем засыпать ее какао хорошим темным. И я за кадром приготовлю еще одну. Вот из указанных продуктов и 15 печенюшек получилась большая порция, маленькая детская и еще одна взрослая. Итак, друзья, наш десерт на скорую руку готов, и вы его можете приготовить при условии, что есть хорошие, качественные, свежие продукты. Сливки и маскарпоне из холодильничка, печенье, да и все. Самое главное тут и самое вкусное, это, конечно же, крем. Его не жалейте. Печенюшки вы можете испечь сами. У меня на канале есть бисквитное печенье сухое. Рецепт элементарный. 2 столовые ложки сахара. Взбиваем с двумя небольшими яйцами. И перемешиваем аккуратно с двумя ложками муки. Все по два. Высаживаем из кулечка кондитерского и выпекаем 10 минут. А я всем желаю приятного аппетита и отличного настроения. Так, ну что сказать, друзья, вам после дегустации? Это напоминает по таким ощущениям вкусовым холодный сливочный густой крем с ароматом кофе. Только нарезаешь, только раскладываешь по тарелочкам, и сразу ты чувствуешь настойчивый аромат крепкого кофе. Вот такая вкусняшка, полезняшка, я считаю.